Все приятно на канал Халва. И сегодня мы читаем любимую Малыша книгу. Всем привет-привет! Мы вот нашли такую книгу замечательную. Она называется «Любимая книга малыша от 6 месяцев до 4 лет». Очень интересная. И мы вот решили несколько серий посвятить этой книге. Потому что у всех есть малыши, и мы вот нашли такую книжку, которая всех заинтересует. Давайте, присаживайтесь удобно, пожалуйста. И папа вам сейчас ее полистает, а вы отгадаете загадки папы. Открывай первую страничку. Ой, сколько тут всего, смотри. Что тут можно? Играть в угадайки, да? Да. Артемка, а покажи папе, где тут барабан? Найди барабан. Вот. Правильно. А найди хлеб. Хлеб, где хлеб? Здесь. Леночка, покажи, где хлеб? Вот хлеб. А лев, где лев? Молодец, солнышко. Артемка, только не подсказывай, Леночка. Артемка, а где помидор? Покажи помидор. Тихо, Леночка, не подсказывай. Где помидор? Помидор. Вот. Вот, ура, правильно. Так, тут все прекрасно, но давайте пойдем дальше, усложним задачу. Да. Тут вот детки занимаются любимыми занятиями своими, да? Да. На горке катаются, да? На велосипеде, различные карнавальные костюмы, да? Игрушки. Машинка какого цвета, Артемка? Зеленый. Правильно, зеленого цвета. А это все играет в песок. Песочница там, да? Ну что, малыши, вы готовы к занятиям? Да. Занятие первое. Это я. Это вот такой пупс. Малыш, да? А давайте я буду по очереди спрашивать, а вы будете папе отвечать. Ну, начнем с Леночки, она у нас девочка. Пусть девочки будут первые, да, начинать. А, Леночка, покажи, где голова у пупсика? Вот ты вот. Правильно. Артемка, а где шейка у пупсика? Не подсказывай, Леночка. Вот шейка, да. Леночка, а где грудь у пупсика? Вот. Вот. Вот грудь. Да, умничка, моя ласточка. Ой. Артемка, а где рука у пупсика? Вот, вот, вот. Правильно, молодец. А пальчики покажи где? Вот, 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 вот. Ты моя вот. Лапочка, да, верно. Леночка, а ножки где у пупсика? Вот, 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 вот. А пяточка где у пупсика? Пяточка. Пяточка, да, правильно. Артемка, а где пальчики на ножках? Покажи. На ножках пальчики. Да. Вот, нет. Правильно, молодец. А где животик, Артемка? Вот животик. А локоточки где? Где локоточки? Вот локоточки. Да. Вот один, вот, вот второй. Да. А коленочки где? Покажи, Леночка. Артемка, не подсказывай. Где, где коленочки у пупсика? Где коленочки? Вот. Коленочки вот. Вот одна коленочка, вот другая коленочка. Правильно, молодцы. Ну, это простое занятие. Вы с ним справились легко. Давайте теперь посмотрим следующую страничку. Да. И усложним задачу. Да. А это вот моя голова, голова пупсика, да? Да. Артемка, покажи, где волосы у пупсика? У этого пупсика где волосы? Правильно. Леночка, а где лобик? Вот. Вот. Молодчинка. Артемка, а где брови? У пупсика, вот этого пупсика. Где брови? Брови где? Бровки где? Нет, еще думай. Леночка, ты поможешь братику? Где брови? Правильно. Мы над этой задачей сейчас работаем. Этот пупсик мы уже весь разгадали. Артемка, а где ушко? Вот, вот. Вот. Да, вот. Правильно, молодец. А носик где? Вот. Носик. А губки? Вот. Губки. Вот. Молодец. А подбородок где? Вот. Правильно. А щечки?
Я буду Артемке спрашивать, вот, потому что Леночка все знает. Щечки вот. Вот щечки, вот щечки. Вот щечки, вот они щечки. А ямочка где, покажи. А ямочка где, покажи. Ямочка, да, правильно. Так, со второй задачей вы тоже легко справились. Надо, значит, вас наградить, да? Макдональдс любите? Да. Хэппи Мил любите? Да. Ну, игрушки от Хэппи Мила тоже любите, да? Да. Артемка, присаживайся к Леночке рядом. И сейчас посмотрим, что кому достанется, да? Да. Артемка, давай коробочку Лене. А ну, Леночка, покажи, что тебе досталось. И бери себе коробочку, да, открывайте. Покажите, что кому попалось. Тебе попалась девочка-хакер? Прикольная красотка. Ты на нее похожа. Ты тоже так улыбаешься прикольно. Да? Артемке достался кто? Джин. Джин? Джин? Какого цвета джин? Артемка. Желтый. Желтый, правильно, молодец. Давай еще коробочку Лене и бери себе коробочку. Кла-кла. Закрыл. А кто там тебе попался? Лягушонок? Да. Прикольный лягушонок. А с другой стороны какой он, покажи. Разверни его. А, улыбашка такой, да? Зеленая улыбашка? Да. Артем, да. Что тебе попалось? Дай пять? Да. А, приколюха. Ля-ля-ля. А ну, как он делает? Покажи. Поехали дальше? Да. А ну, открывай быстро. Что там попалось? Давай, открывай. Кто там? Кто там? Паук попался. Вот это папа прикололся, да? Кось. Твой любимый дружок-паучок? Да? Это папа туда подложил паучка Артемке. Думал, он испугается, а он не испугался. Да? Кось. А ну показывай. Пять. Дай пять попался? Да. Тоже джин? Да. Ну еще коробочка одна осталась. Что там попалось? Ну это пополам поделить. Кто там? Знак стоп? Да. А, тоже два братика, да? Да. Артемка просто без ума от своего друга-паучка, да? Да. Леночка, Артемка, а давайте еще книжечку почитаем. Давайте. А, следующая страничка вот про семью. Да? Давайте я буду задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Артемка, покажи, пожалуйста, папу. На картине. Вот. Где папа? Правильно. Леночка, покажи маму. А ну хорошо, подумай. Вот. Правильно. Артемка, покажи братика. Братика, покажи. Вот. Да, сестричка, братика, покажи. Леночка, покажи. Вот. Вот, братик. Вот. Да, братик. А сестричка где? Леночка, покажи сестричку. Правильно, Леночка, умничка. Артемка, вот сестричка. Это братик, это сестричка. Это папа, это мама. А, слушайте дальше внимательно вопросы. А покажите дедушку. Где дедушка? Вот. Правильно, а бабушка где? Вот. Да, верно. А дядя где? Вот. Верно. А тетя? Вот. Молодец! Ну, вы легко справились с этой задачей. Молодцы! Давай пять. Артемка, давай пять. Так, ну что, продолжим читать книжечку в следующей серии, да? Будем говорить сейчас всем пока-пока. Говори, Леночка, пока-пока. Пока. И там еще внизу есть возле
кнопочки красные, колокольчик там внизу. Нажмите на колокольчик и будете знать, когда выходят наши новые видео. Всех люблю. Всем все. Подписывайтесь на наш канал. Ставь лайк, кнопочку. Давай. Еще люблю. Всем пока.